Известия со Strikers Island по-прежнему отрывочны. Мятежники нанесли удар около полутора часов назад. Что? Андре там? В прямом эфире Андре Гарсия. Андре? Спасибо, Роб. Здесь настоящий хаос. Верховный советник Супермен и его войска Единой Земли сражаются с ордами огромных насекомоподобных морских тварей. Металюди держатся достойно, но обычные войска в смятении. Известно, кто возглавляет нападающих после поимки Бэтмена? Без понятия. Отсюда мало что видно. Существа уже преодолели оборону тюрьмы? Не похоже. Бои пока идут вдоль периметра тюрьмы. Закрепить придаточную броню. Активировать сердечник реактора. Все системы в норме. Все входные сигналы привязаны. Система нейронного управления активирована. Оценка повреждений. Резервная батарея истощена. Зарядка от солнечного света начата. Силовая установка отключена. Надолго? Полное восстановление через 15 минут. Черт. Шалтай-болтай с крыши упал. Шалтай-болтай свой костюм проебал. Отличный цвет, идет к твоим глазам. Весьма стильно. Если вы не хотите, чтобы Супермен победил, отойдите. Оба. Так ты против Супермена? Вы же не разлей вода. Это только для вида, чтобы помочь сопротивлению. Что ж, не против, если я присоединюсь? Куколка, помоги мистеру Лилдору выбраться из моего костюма. Момент, дорогой. Не пойдет. Они хотят у меня костюм спиздить, что ли? Отлично придумали. Ну, молодцы, просто шикарно. Лучше и не додумаешься. Хер вам. Смотри, а прикольная броня у Лекса Лютера. Вообще мощнецкая. Ты смотри, что делает. Какая-то там Харли тупо поперлась на робота. Отлично. Джокер, ты умеешь ты ценить своих подчиненных. На. Послал ее тупо на передовую, а сам стоит, втыкает. Да, в принципе, Джокер, он к ней вообще никак не относится. Только использует и все. Что на нашей земле, что на этой земле, короче, она ему тупо так. Подстилка, на которую тупо посрать. Короче, ладно, давай, выигрывай столкновение. Хоть что-то же ты должна выиграть, правильно? Дальше уже я разберусь. Ты че? Вот это вот нехорошо. О, отлично. Красавчик. А у меня же была полная шкала, где она делась? Ну и ладно. Окажи себе услугу, Харлин. Держись от него подальше. Она не уходит, она уволена. Еще не хватало подцепить от тебя твое ничтожество. Что? О, ничего, пустяки. Я приготовил щедрую компенсацию. Джокер! Нет-нет, иди спасай мир. Я с этим справлюсь. Потом меня поблагодаришь, Харли. Нормально, еще послал ее тупо на машину, на робота, который в два раза сильнее ее, даже может быть в четыре, и мощнее, и по виду, короче, здоровее. А естественно, что она бы с ним не справилась, так еще убить ее за это хочет. Шикарно просто. Мать твою, офигенно. Это любовь, да? На, сука. Конечно, ты не наш Джокер, но такой же дебил, как и наш был. Вот что не меняется ни на одной земле, так это Джокер. Реально, такой же садист-психопат. Что там, что здесь. Везде. А почему? Как это? Почти попал. Давай вот так. Неплохо. Так, подзарядимся немножко. Включим себе броню или что это такое. Я не знаю, правда, что это, но походу броня.
Давай, иди сюда, уродец. Иди в свой цирк и там и выступай, понял? Ну, понятно, что не наша взяла тут. Ай, блин, машину нельзя далеко кидать. Даже в таком костюме, как этот. Я-то надеялся, он типа в роботе сейчас находится, так он нормально так докинет. Аж фигушки. Не получилось немножко, проебали. А вон статуя Супермена наебнулась. Голова сейчас на нас покатится. О, тихо. А нельзя голову как-то швырнуть, нет? Нет, голова не швыряется, это плохо. Это просто элемент декора этой арены, типа. И никуда ее бросить, увы, к сожалению, нельзя. Тихо. Убери от меня свой лом. Без нержавейки. Все равно мне ничего не сделает. У меня... Мой костюм из какого-то там, блин, адамантита, хуита, который вообще непробиваемый. Может, Супермен был и прав насчет тебя. Убить меня хотел! Я вырежу эту ухмылку с твоей рожи! Харлин, не надо. Он хотел. Поверить не могу, что опять на это повелась. Он знал, на какие кнопки надавить. Ты не виновата. Он в этом мастер. Он в прошлом. Спокойно, ребята, он свой. А вот он, как оказалось, нет. Заприте его. И на этот раз понадежнее. Это меньшее, чего он заслуживает. Они продолжат отвлекать войска. Займись Суперменом. У меня как раз есть то, что нужно. Зеленый фонарь, помоги чудо женщине. Серьезно? Я займусь этими двумя, иди. Она наебнулась. Нашинковал прикольно. Ракетами. Твой пояс. Отдай его. Источник моих сил? Черт с два. Даю последний шанс. Обойдемся без кровопролития. Поздно. Ну, значит, немножко прольем твоей птичьей крови. Тебе конец, Орлица. Ты мне не ровня. Тут даже Орлица, блин, злая, ты посмотри. Тут все тупо супергерои стали нахер суперзлодеями. Шикарно. Ну, не считая, конечно, кучки из подполья, но там совсем подполье. Кто там в подполье? Там в подполье Бэтмен и все, походу. Ну, Харли уже, конечно, в подполье. Завербовали ее из-за того, что... И то, из-за того, что она разочаровалась в Джокере и все дела. Ну, а так, больше ж никого. Серьезно. Как так? Куда все подевались? Ну, Стрела был тоже героем, молодец. Пока его Супермен не убил. А так, кроме наших тут героев из Земли-1, тут больше никого хорошего нет, в принципе. А, ну Лекс, вот же я за него сражаюсь, в принципе. Да, Лекс еще нормальный чувак, как оказалось. На этой планете. А так это просто жесть. Все, давай. Во. Супер удар Лекса Лютера. Недаром продал хату за этот спутник. Тихо. На! Я с тех крылья твои-то пообщипаю, курица. Эй! Вот блин, зараза. Сейчас она нас догонит по шкале.
тоже первую снесет. Ни хрена себе. Это было мощно. Так, где твой орел? Почему он тебя не воспитывает? Почему вы не вместе работаете на Супермена? Видимо, он таки хороший чувак, раз тебя оставил после всего этого. И ты одна здесь. Повторюсь, ты мне не ровня. Че, ты раздеваешь ее, что ли? Воу! Щиты! С каких это пор ты на их стороне? С тех пор, как Супермен решил превратить нас в стадо баранов. Он заботится о нас? Мы ему не игрушки. А он не бог. Блин, все, нас... А я ж так не подумал об этом, а теперь нас рассекретили. Ну, Лекса Лютера имею в виду. Теперь Супермен знает, что Лекс не на его стороне. И вот, вот чё? Чё теперь? Ему робот не поможет. Надо, короче, блин, это... Надо срочно отсюда улетать и искать защиту у подполья, у Бэтмена, у остальных наших из Земли-1. Ты приколи, как он наебал Супермена? А вот везде, смотри, даже на всех землях, получается, Лекс и Супермен враги. Хоть там на нашей земле, скажем, Лекс, его главный этот самый враг, злой. Вот это, смотри, защемили Шазамов. Затолкали. На нашей земле Супермен добрый, Лекс злой, а тут наоборот. Тут Супермен злой, Лекс добрый, и все равно они враги. Нет такого, чтобы они были корифанами. Просто нет. Аккуратно. На, зараза. Пошел ты. Пошел ты, слышь. Давай так. О, нашпиговали. Им просто предначертано быть постоянно соперниками. Хоть так, хоть так. На какой бы стороне они не были. Тихо. О, скотина. Давай не дадим его снести нашу эту шкалу уже первую. Не дадим, сука, не дадим, не снесешь. Во. Щегол ты еще, Шазам, ребенок. Поклонение героям до добра не доводит. Статус. Повреждение внутреннего контура 60%. Полетный режим отключен. Опять? Что же я упустил? Сторожевая башня? Подтверждаю. Потери? Весь персонал успешно эвакуирован. Супермен находился в радиусе взрыва, но не пострадал. Что ж, дуракам везет. Супермен! Пришел твой час! Расчетное время прибытия 13 секунд. Я его вижу. Предельная дальность стрельбы 1500 метров. Захват цели через 7 секунд. 3 секунды. 1 секунда. Отказ системы, отказ системы, отказ. Я верил тебе, а ты меня предал. Кто кого предал? Я подарил тебе мир. Твой мир? Твой мир смешон. Лютер мертв. Не может быть. Он раздавил его. Как он мог? Перед
сторону правосудия? Да, печалька, Алекса убили. Здешнего. Двойники. Они спровоцировали беспорядки. Чер надо утихомирить. Своеволие ведет к анархии. Оно не должно распространяться. Я дал им порядок. Защиту. Но разве они благодарны? Разве они признательны за мои старания? Нет. Они только скулят, ноют. Помогают преступникам. Если они хотят хаос, будет им хаос. Метрополис и Готэм, я сравняю их с землей. В назидание. А потом найду измерение, из которого явились эти двойники. Они поплатятся за свое вмешательство. Стой! Разрушать целые города? Вторгаться в другие измерения? Ты против, Билли? Еще как. Это безумие! Это уже слишком. Мир мужчин не способен к самоуправлению. Мы должны сохранять порядок. Но должны же быть границы. Даже для нас. В особенности для нас. Довольно. Так нельзя. Ты с ума сошел? Лоис бы никогда... Ша... Что, сдурел Супермен совсем, блядь? Он охуевший, ребята. Кто-то еще? Киборг, Рейвен, возьмите под контроль все телеканалы. Это должны увидеть все. Чудо-женщина, Орлица, Адам, вы со мной. Синестро, готовь наземные войска. Фонарь, флэш, готовьте Думсдея. Выведите его наружу. Гранди копать дыру. Гранди рыть. Он был прав. Мы на это не подписывались. Мы исполнили свой долг. Мы уничтожили преступность. Но Билли был не преступник, он жертва. На войне они неизбежны. Неизбежны? Я убедил себя, что мы трудимся ради всеобщего блага, но это ложь. Я так больше не могу. С меня. Хватит. Тебе жить надоело? От нас не уходят. Говори за тебя. Прощай, Хэл. Ты не можешь уйти. Барри, не вынуждай меня. А что ты мне сделаешь? Я быстрый, самый быстрый человек на земле, ты понял? Не вынуждай тебя. Так, подожди. Так, кида... Лузер, промазал. А где мы это находимся? Получается, находимся в этом, в крепости уединения, что ли? У Супермена дома? Ну, прикол. Так сейчас тут все расхерачу ему. Он вообще шизевший Супермен. Как вы можете на него дальше работать? Чтобы он потом вас тоже так всех поубивал? Типа, от нас не уходят живыми. От нас уходят только, блядь, вперед ногами в белых тапках. Так пошел ты нахуй тогда. Я так уходить не собираюсь. Я лучше по-английски уйду. Тихо. Спокойно. Замедленочка. Да мы, вали его, Барри, вали. Вали этого пидора. Да пошел ты. Можешь дальше оставаться и работать на него. Я не собираюсь лично. Он вас запугал тут всех. О, красавчик. На. Носоком тебе по ебальнику. Ты не оставил мне выбора, Хэл.
Эй, ты что делать с боссом? Гранди, давить, красный коротышка. Брось, Гранди. Да, Гранди, лучше брось. Но только не вот это брось, а что-нибудь другое. Брось на меня нападать. Гранди, ты же тут типа это... Подстилка, дворник. Давай ты со мной пойдешь. Будешь мне помогать сражаться против режима Супермена, не хочешь? Какой ты хиленький весь, Гранди. Что такое? Я тебя не узнаю. Где тот Гранди, который мне нужен? Покажи зверя, Гранди. Разозлись, давай. Гранди, ты чё? Злись, я тебе говорю. Я его бью, как боксерскую грушу. Гранди, ты не нравишься. А мне посрать, Гранди. Я отсюда все равно ухожу. Добавил себе здоровья, Гранди. Да блин, это не дело. Хорош, хорош. Гранди, хоть раз меня ударь. Ты чё, блядь, совсем что ли обордел? Гранди! Где ты? О, под конец хоть немножко, хоть чуть-чуть. Ладно, хорошо, давай. Он на в лобке, блин, стукнул. На, дайте тоже схвачу. Дай схватить тебя, Гранди. Соломон, о. Красава, Флэш. Все, нифига себе, Флэш крутой. Как уделал-то? Никогда не любил зомби. Пошел и съебался. В Канзасе, что ли? Время сделать крюк. Я собрал здесь элиту. Лучших и храбрейших бойцов, которых могла предложить эта планета. На вас возложена героическая миссия. Для нее вы должны отринуть свою человечность, воплотить в себе принципы единой земли. Повиновение, порядок, контроль. Но те, кто противится приказам Верховного Советника, должны быть казнены без пощады и колебаний. Когда же он наговорится? Расстрельная команда, стройся! Не пойдет. Барри, надо было еще штаны им поснимать. Так, семестр, довольно разговоров. Воистину, ты прав. Слабо бьешь, чувак, слабо. Ой, я приземлюсь, веришь? Поместье Уэйна. Решил дезертировать, Флэш? Ты выбрал неудачный момент. Согласен. Надо было давно это сделать. Вот именно. Хоть Флэш нормальный, еще один чувак хороший. И сопротивление будет добавиться к сопротивлению. Тихо. Дедуля, блядь, что ты тут делаешь? Иди, блин, на огород лучше расти кукурузу, там, не знаю. Ферму себе заведи, коров дай. Тут тебе делать нечего, Синестра. Кольцо это свое сними, кто ты без него? Блядь, никто без своего кольца. Так, тихо, тихо, тихо. Сейчас мы его уделаем. По Флэшу никто не может победить, ты глянь. А! Зря ты сказал, зря ты... О, промазал. И чё дальше? Двоечка, троечка, хорош. Лично Флэш. Давай, давай, давай. Херачь его, херачь, захерачивай. По полной захерачивай. Блин, зараза, а. А ну давай так. Ты меня разозлил. Как Иисус прям по воде побежал. Вот так вот по щам получай. Не оставлять же тебя здесь лежать. В тюрьму давай его. Что ты делаешь? Ну красава. Теперь предупредить мятежников. А Уэйн обрадуется, что ты у него, блядь, построил какую-то хуйню на дворе. Канарейка. Что скажешь, птичка? Идеально, как всегда? Господи, Оли, это ты? Воплоти.
Где Бэтмен? Мой Бэтмен. У него есть дела, кроме убийства людей. Хватит, Олли, ты же знаешь, что в меня не попасть. Я и не пытался. Оп! Чтобы быть быстрым, что-то там, короче, надо было сделать. Надо куфать, блядь, растишку какую-нибудь. Хуй знает. Я не успел посчитать. Так, тихо. Стрела, блин, тоже такой довольно ловкий персонаж, ты смотри. Так, Олли, аккуратно. Тут надо больше вибрировать, потому что когда ты вибрируешь, в тебя не попадают стрелы. И то, что издалека в тебя швыряют. Походу. Блин, флэш! Ну, давай! Зараза, а! О, красава! Молодец. А ну-ка, пошли поиграем. Эй! Скотина, а! На! Почему нельзя было сразу объясниться, что я пришел с миром, я пришел не для того, чтобы тебя пиздить, а для того, чтобы сказать, что я перешел на вашу сторону, что я хороший чувак, я хороший парень, я просто понял, что совершал хуйню все эти годы, работая на Супермена. Почему нельзя было просто объяснить, зачем, ну зачем вот это делать, зачем его бить? Флэш, ну так на переговоры идут, не так. Блин, зараза. Тихо-тихо. А! Попал. Ладно. Да сейчас я разберусь с ним. Сейчас я отвечаю, я уже все. Я уже сейчас его уделаю по-любому. Нифига себе. Хорош. На, вот так вот. Хватит, Олли, я на твоей стороне. Выслушай меня. Говорю вам, Готэм и Метрополису грозит гибель. А потом он отправится в ваш мир. Я не верю, что он на такое способен. Это безумие. Его надо остановить. Чертовски тяжелый будет бой. Нет. Я перенес вас сюда за криптонитовым оружием. Этот план провалился. Я переправлю вас обратно. А потом уничтожу транспортер между измерениями. Он найдет другой способ. Но у вас будет время подготовиться. Лютер пожертвовал собой. Если мы сбежим, значит он погиб зря. Есть другой вариант. Позовем нашего Супермена. Положим конец этой войне. Только второго Супермена тут не хватало. Он не похож на вашего. Не позволяй чувствам затуманить твой рассудок. Сеньорита, ты научишься бояться меня. Чего это Супермен тебя пощадил, Бэйн? Ему нравится мой талант. И что делать? Уи. Да я ж нажимаю. А как? Ну что, надо вместе нажимать или хер его знает? Уи-у. Да какого черта, блядь? Ну вот. Вот. Сука. Короче, стреляй, давай, ладно. Что надо делать? Что-то нажимаю, она что-то держит. Все, давай. Погнали. Остается, получается, нам, походу, за чудо-женщину сразиться, а потом, видимо, за нашего Супермена нормального. Нифига себе, Бэйн. Что-то Бэйн слишком сильно разошелся, я смотрю. Мне это вообще не нравится ни капли. А ну давай щит. Зараза ты, блин, перекачанная. А реально, мы, походу, Бэйна с Земли 2 еще не видели здесь. Это он сейчас такой выперся сюда. На! Ай, блядь! На грудак! На! Да нарезай его! О! Мы еще и догнали! Нормально чудо-женщина раздает. Он, сука, тоже поравнялся. Так, тихо, аккуратно. Бэйна надо бить щитом и мечом, потому что иначе мы просрем. Хлыстом его особо не подтянешь. Хлыст он будет игнорировать. Эка. Да. Давай так. Во! Красава. Амазонки все поприбегали его. Тоже нарезать. Давай, сейчас нарулю тебя. Я по первое число. Надо поотрывать все твои эти... Веномские прибамбасы, которые там тебе перекачивают.
Все эти трубки, колбы, которые ты на себя нацепил. Короче, это нечестно так делать. Грёбаное двустолкновение. Так, меняй. Меняй на меч, ты чё? О, так лучше. Да блин, в смысле? Охренеть. Чё-то не получилось немножко. Да как? А, всё, нормально. Отлично. Ну, вали. Да нормально, сильнее его бей. Мудака этого. О! Кнут тоже работает неплохо. Может, все-таки его пока оставим? Засранец. Так, на! О, бляха! Смотри, что сделал! Я даже не успел это... газом его херануть. Где мы теперь? Что это за мастерская? Это Лекса? Лаборатория, нет? Похоже на ее. Так, тихо, аккуратно. Аккуратно. Давай ищи щит и меч. Щит и меч. Отлично. Хорош. Ну, что ты делаешь? Что ты танцуешь перед ним? О, стриптизерша. Тихо. Вот так вот лампы въебали. Хорош. Хватай его. Хватай, вот. Неплохо. На. На, зараза. О, отлично. Кидай робота. Хорош. Так все, вот это и все. Так быстро сразу. Благодаря Афину за мое милосердие. Жизнь в тюрьме должна была научить тебя ценить милосердие. Тюрьма Тена, дура, научила меня одному. Страх лучше уважения. Сама ты дура. Тимискира? Как я? Я перенес тебя сюда. Ты? У меня нет времени на твои интриги. Успокойся, прошу. Нам нужно многое обсудить. Тебе однажды удалось околдовать мою мать, Арес, но я не потерплю твоей лжи. Чё ты обсудить хочешь? А вот смотри, может он реально хотел что-то мирное обсудить? У него, скорее всего, было к ней какое-то мирное предложение? Вот тут же ж, понимаешь, тут же ж никогда никто никого до конца не выслушивает. Как Флэш, например, который сразу же не объяснил ничего, а сразу начал бить по ебалу. Оливер, который тоже не подождал объяснений. Так и эти двое, смотри. Арес какой-то реально хилый здесь. Тут война реально процветает, а он такой хилый. Он же ж от войны подпитывается. Чуваки, вы чё? Как можно было его таким хилым сделать? Разработчики, к вам обращаюсь. Почему Арес такой хиляк? Он же, по сути, охеренный такой бог войны. А он стоит, втыкает. Может, он просто втыкает, потому что драться с ней не хочет, но хочет поговорить, а она с ним дерется. Будем так объяснять эту ситуацию, нелепую. Как обычно, сейчас мы изобьем его до полусмерти, потом он что-то расскажет. И потом только захотим его слушать. А сразу нельзя было, вот нельзя. Давай. Да блин, опять ты танцуешь. Тихо. Ауч. Сука. Ой, нифига себе. Ну смотри, какой он реально зрелищный чувак. Он довольно сильный, но почему-то суперударов у него нормальных нет. Отправь меня обратно, Арес. Живо. Диана, твои друзья выдержат свою битву. Если ты действительно желаешь им помочь, ты меня выслушаешь. Говори, только сразу к делу. Ну надо было сразу так. Диана, ты. Тебе бы только отпиздить. О! Двойной удар. Надо вывести транспортер. Если он пострадает, мы застрянем здесь. Понятно. План Супермена мне известен. Это не новость. А знаешь ли ты, как он собирается исполнить сей план? Еще нет. Если бы ты не притащил меня сюда... О, Афродита. Ужасно, правда? Великая армия амазонок готовится поработить целый континент. Я не... Как она могла? Если бы кто-нибудь мог ее остановить.
С какой стати ты мне помогаешь? Война вернет тебе силу. Ненадолго. Если Супермен укрепит свою власть, войны прекратятся навсегда, и я останусь без сил. Я бы поблагодарила тебя, но это подразумевало бы, что ты сделал что-то бескорыстно. Незачем. Враг моего врага. Мы не друзья. Просто наши интересы совпадают. Временно. Тебя обнаружили. Не буду тебе мешать. Арес помогает мятежникам. Как стратегу ему до Афины далеко. Твои намерения у тебя на лице написаны, Рейвен. Ты служишь Тригону, а не Супермену. Я служу им обоим. Победа Супермена приблизит миг возвращения моего отца. И все склонятся перед ним. Та! Кто твой отец? Я его даже не знаю. И комиксов про него не читал. На! На! О-о-о, на этот двойной удар был вообще шикарно. Сначала в статую вхерачили, а потом еще и львиной головой. Смотри, статую разбили полностью, остались только одни жирные ноги. Тихо-тихо-тихо. Конечно, ты крутая магичка, я не спорю, но, блин, я-то намного круче. Вот ее можно подтягивать лассо. Не будем пока использовать щит особо. Будем ее именно лассо херачить. О, красава! А что, эта статуя не кидается, нет? А вот тут, походу, нельзя кинуть. Она вон и так упала. А, тихо. Давай. Давай, вали ее. Вот это молодец, Диана. Вали, вали эту сучку. О-о-о-о. Чашей заебенили. На. Блин, ненавижу, когда она сковывает движение. Ты своей фиолетовой херней. Куда ты ничего не можешь нормально сделать против нее? Давай, короче, амазонки. Вызываю вас на помощь. А, тут и помогать не с чем. Не рассчитывай на возвращение своего отца, Рейвен. Торопитесь, сестры, мы отплываем через час. Отнесите это на Афину, шлюп 51, потом отправляйтесь на Южный пирс. Команде Моры нужна помощь с орудиями. Все, пошли. Диана! Отмени наступление. Вы потворствуете безумию Супермена. Ты здесь не командуешь, притворщица. Командую я. Ты запятнала честь амазонок. Наш долг усмирять агрессию мужчин, а не разжигать ее. После Метрополиса Супермен открыл мне правду. Агрессию людей нельзя усмирить. Ее можно лишь подавить. Убивая невинных? Так же, как Зевс одрачил Ипполиту, Супермен одрачил тебя. Амазонки твоего мира должны быть слабовольны, если избрали тебя королевой. Да, это какая-то бабская драка. Давайте за волосы лучше. Оттягайте друг дружку. Мы служим, а не правим. Помогать невинным. Спасать жизни друзей и недругов. Таков наш порядок. Ты берешься меня учить? Учить, что значит быть амазонкой? Я не собираюсь тебя учить. Я собираюсь тебя свергнуть. Еще я собираюсь дать тебе пизды. На! Скотина. Какая же с тебя, блин, амазонка? Я настоящая амазонка, ясно? Ты даже кидать не умеешь. На! Давайте ее щитом отхерачим по ебалу и все. О, красава! Молодец! Сильный удар хорошо прошел. Она тоже сильный удар применяет. Зараза! На... Бросай ее, бросай ее! Диана, бросай! Черт! Бочки! А! Скотина! Ух ты, жесть! Че ты еще пальцем показывает на меня и смеется? Еще в школе, блядь! Да ну, подожди, это так нечестно уже! Так уже нечестно! На тебе бочками! По башке! Сюда иди! Еще одна осталась бочка! Ну! Ладно, давай, давай! О, подожди, подожди! Это уже как-то мне не нравится. Давайте, девки, помогайте. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Сейчас надо. Главное не просрать. Тут главное не просрать.
Да давай, ты чё? А, у нас щита нету. Надо щит срочно поменять. Щит, сука, щит поставь. Да, твою мать. Короче, это, блин, это вообще просто было сейчас обидно, сука. Ты видал, сколько осталось процентов у нее здоровья? Ты видал? Да, мать твою, что ты танцуешь? На. Надо, короче, эту херню взять и кинуть. Ай, сука, сказал я. И мой двойник прочитал мои мысли. Давайте просто вот так наступать и колоть ее. Колющие и режущие удары. Лучше всего срабатывают. Да что ты делаешь? Отстань, нифига себе, сколько сносит. Так, погодь. Диана Шурыгина. На. Да задрала меня, все, хорош. Пора тебя вырубать. Ух. Ну хоть немножко догнали, и то хорошо. А то как-то вообще все очень плохо было. И обидно, главное. Красава. Щит, щит, включи щит. Хорош. А вот теперь поиграем. А вот теперь сразимся, блядь. Да щитом ували. Чё она творит? Как ее завалить? Да ты, сука. Да чё ты делаешь? Тут подтанцовки ебашит. Да ну! Давай! Фух! Блядь, сука, нахер! Блядь, не надо, сука, не надо, блядь, не надо! Видал? Одна писюлька маленькая осталась. Восстановить то, что ты разрушила. Фух, я ж чуть не усрался. Стойте, сестры, стойте. Пусть я из не этого мира, но я амазонка. Я говорю вам, этот путь безрассуден. Наша цель — единение народов. Мы смиряем страсти мужчин, превозмогаем их состраданием и любовью. Она позволила одному мужчине обрушить свою ярость на целую планету. Она позволила ему поддаться его худшим страстям, вместо того, чтобы помочь ему справиться с отчаянием. Сестры, давайте вернемся на сторону добродетели. Мы вступим в бой. Но как защитники человечества, а не его губители. Мы амазонки. Мы здесь, чтобы спасти человечество. Ой, не пол. Думсдея выпустили. Головой своей дурной, блин, разъебал хаты все. Положение все хуже. Мы должны, как только я закончу, вы возвращайтесь домой. Я все понимаю. Как и ты, я планировал меры на случай, если наш Супермен сорвется. Но без поддержки ты погибнешь. И сопротивление погибнет вместе с тобой. Может быть, такова моя судьба. Мы не верим в судьбу. Это мой мир. Моя битва. Раз ты притащил нас сюда, то это теперь и наша битва. Опять за Бэтмена, ты глянь. А ну конечно, Бэтмен с Бэтменом еще не дрался. Так что почему бы и нет. Это я играю за Бэтмена со своего мира, типа со Земли-1. Нифига себе, они же оба сильные.
Но наш Бэтмен сильнее. Тихо. Самое прикольное, что оба Бэтмена в обоих мирах хорошие. Что делает его, пожалуй, наверное, самым положительным персонажем здесь. Из всех. Давай-ка так. Да! Промазал! А какой-то он, блин, реально борзый, этот Бэтмен второй. Он прям реально очень сильный. Надо его так захватывать, нормально жонглировать им. Не давать ему опомниться и бить. И тупо бить, 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 еще раз бить. Иначе вот будет вот что-то типа такого. Нам как-то просрать неохота. Я так понимаю, что наш Бэтмен просто хочет вызвать нашего Супермена, чтобы тот наконец порешал все. И восстановил порядок. А этот не хочет, типа говорит, я не доверяю ни вашему, типа... Ну как, конечно, его можно понять, что Супермен их планеты, блин, стал таким жестоким, типа, тираном. Этот не хочет рисковать лишний раз и задействовать еще одного Супермена, потому что мало ли что тот из себя представляет. Но, блин, ты хотя бы самому себе тогда доверяй. Я же тебе отвечаю, что тот чувак нормальный. Так что все будет хорошо, я не позволю ему ничего, блин, плохого сделать. Так, тихо, 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 тихо. Давай, 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 вот так, давай сразу. Во, блин! Это потная схватка, я тебе отвечаю. Это потнейшая схватка. Блять, Бэтмен сейчас нас завалит. Вот ты что делает? Что делает? Да короче. Под конец какие-то сражения тяжкие пошли. Да, все, короче. Это, понимаешь, это уже реально наше дело. Ты же нас втянул в конфликт. А подожди, если он нас сюда втягивал, этот, блядь, Бэтмен из Земли 2, он изучал нас. Он, то есть, он знал, что мы нормальные ребята, что мы можем помочь. Ну так, если он нас всех изучал, то он, в принципе, должен был изучить и нашего Супермена. И знать, что тот, типа, нормальный чувак. Так какого ж хера ты противишься, чтобы я его сюда привел? Давай, не ссы, все хорошо будет, я тебе говорю, я тебе обещаю. Если что, криптонитом его отхуярим вместе, да и все. Зачем нам свои силы тратить на то, чтобы еще друг с другом драться? Это вообще нецелесообразно, неразумно нихера. Чувак, успокойся, угомонись. Угомонись, я тут сейчас бетарангом тебя отхерачу. Поебле тут твоему ушастому. Да, ну давай. Да ну, Бэтмен, перестань, ты твою ж мать. Все. На, на, на. Блин, зараза, а зараза. Чё творит? Смотри, что он творит. Бэтмобиль! Еблысь! Ну-ка так, давай. О, попал! Хоть раз попал. Все, короче, давай. Заканчивай эту бесполезную драку, потому что она ни к чему не приведет, понимаешь? Ни к чему абсолютно она не приведет. На! До свидания. Давай вызывать нашего чувака. Если мы закончили, время на исходе. Это ошибка. Ты привел нас сюда, потому что верил. Верил, что мы встанем за идеалы, ради которых ты отдал все. Так поверь в нас. Поверь в себя. И давай закончим с этим. Ты ведь понятия не имеешь, как им пользоваться. Я надеялся, что ты не догадаешься. Ждать больше нельзя. Гибнут невинные люди. Мы займемся остальными, чтобы ты мог сосредоточиться на их Супермене. Мы сделаем это вместе, так будет меньше жертв. А потом Супермен. С Думсдеем будет непросто. Побочный ущерб. Надо увести его подальше. Туда, где не пострадают остальные. Что-нибудь еще? Это будет не совсем верно сказано, но я рад, что ты снова с нами.
Довольно, Адам. Так, он, короче, ему сказал, если кондак существует, рекомендую тебе отправиться домой, туда, на свой кондак. Иначе сейчас подгорит твой пердак, потому что я по нему отлично дам своим ботинкам. Прикинь, всего-то надо нажимать кнопки К, У, И, У, нихера себе, а чё так быстро все происходит? О, хорош, херач по нему. Да, лысый, ты сейчас за меня договоришься, я тебе отвечаю, давай кидай еще. Надо, я так понимаю, дождаться, пока вот эта шкала вся заполнится, только тогда, возможно, мы выиграем. А может быть и нет. А чё? Нихера себе, раскидался. Погодь. Так, у. И. И. У. Собака, ты не крещенная. Хорош, поставь машины, не твои. Не на тебя застрахованный, ублюдок. На. На, говорю. Да сколько ты будешь кидаться? Нет, ты заебал. Хорош, Супермен, давай, вали, шмаляй. Шмаляй. Да застал. На, сука. Все, понял, нет. А все, смотри, с каждым разом все сложнее и сложнее. Все быстрее и быстрее становится. Попизди-ка мне, гвоздика. Давай дальше. У меня еще всего осталось 20%. Вот это он валит. Вот это он валит. Я, походу, ни разу еще не просрал. Ни разу... А! Договорился. Бляха, какого хера бета-супермен? Хотел сказать Бэтмен. Да ну как с тобой раз... Твою мать. Твою мать. Я не могу просрать. Все. А теперь, скотина, получай. Так, я не понял, что ты базаришь. Кого-то срекшн, у кого-то эрекция, у сракция. Не знаю. Я сейчас буду тебя просто бить. Ты меня заколупал. Воу-воу-воу, что ты такой сильный, а? Аккуратно. Супер, давай, мочи его. Мочи его, супер. Вот так вот. Вот так вот. Ах ты, а, это я. Хорош, сняли ему шкалу. Одну шкалу ему снял нахер. О, смотри, нашего Супермена вызвали. Сейчас он быстро все порешает. Ах ты, сука. Ты эти свои молнии оставь, знаешь где? Дома оставь и не высовывай их на улицу. Их тут не любят, их тут не жалуют. В нашем районе молнии говорят... Блять. В нашем районе молниям говорят нет. Понял, чувак? Вот так вот, добил. Так, а где тут еще? Какие коронки у него есть? Ты что делаешь? А ну давай вот так. О! Так нечестно! Нечестно, нечестно, нечестно! Он блокирнул мои удары все абсолютно! Да, короче! Если бы не это говно из канистры, я бы победил. Вот скотина, ты слышь. Какой-то Супермен дрищавый получается из нашей планеты один. Да пошел ты со своей сракцией! На! Инсеррекшн. Во! Разыграйся, Супермен! Вали его! Главное прочувствовать все коронки за него. И тогда мы быстренько с ним разберемся. Смотри. Хорош. Вот так вот. Это мы активировали удары свои. Если мы будем бить его, будет наноситься больше урона, чем обычно наносится. Это хорошо. Это есть очень хорошо. Шары свои, сука. О, апперкот, хорош. Правда, тут апперкот не такой мощный, как в Mortal Kombat, но тоже пойдет. Неплохо. А вот в Mortal Kombat ты чё, этот апперкот, это самый козырный удар. Если увалишь, сразу пол шкалы отнимешь. Образно говоря, конечно, но так и раз здоровье точно снимает. Сюда иди, лысая ты сволочь. Ну, скотина, а. Блин, он эти шарами своими, блядь, себя защищает, ты понял? Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Так что ты танцуешь? Бей его. Хорош. Завали его. Тихо, отойди. Вот так. Твоим же, сука, приемом тебя ушатал. Твоим же, падла, приемом. На. Все, вали его. Да, доваливай, Супермен. Ха-ха. Там и оставайся, лысина. Я прекращу твои злодеяния. Это тебя недолго удержит. Ха-ха-ха!
Не такое же на супер, правда? У тебя есть шанс поступить правильно. Советую им воспользоваться. Я за тебя не выйду. Иди отсюда, педик. Готов, Супермен? Помериться мощью с Атлантидой. Да, мы готовы. Тебе здесь не рады. Да я что, спрашивал ваше мнение? Я сам себе рад, я себе везде рад. Так, на, пидор. Ой, подожди, аккуратно. На, пидор, блин. На, пидор. Да ты что делаешь, Кларк, перестань. Лети прям в него, не туда лети. О, хорош, отлично. Нарезай, нарезай. Сказал я, не Аквамену, сказал я Супермену. Только что-то нарезает Аквамен. Это плохо, да какого? Он тупо не останавливается, он меня бьет и бьет, щемит и щемит, заебал. Машину положь. Дай самому мне машину взять, тихо, аккуратно. Да чё это свой трезубец такое творит? Видал, как он им херачит, он тупо им не останавливается. Он им валит и валит, серьезно тебе говорю. Вот это жесть. Чё мне с ним делать? Как его ушатать? Мы счет с тобой, Супермен, походу, жестко просираем здесь. Давай хоть так пока вывернем. Давай глазами, стреляй. Хорош, сглазили немножко. Так, остается у него как-то догнать его. Да, блин! Как тут его догонишь? Когда хер его догонишь? На! На, скотина, еще на. Еще на. Ты заколупал меня. Да короче, все, все прекрати. Да, я понял. Супермен дрищ. Я тебе отвечаю, Супермен, тупо дрищ. Так, все, короче, я задолбался с тобой драться. Надо тебя реально уже ушатать. У этого педика просто трезубец решает, понял? О, это было четко сейчас. Это мне аж понравилось. А если так? А если еще так? Ну пошел ты, на. Хорош. На-ка, 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 на-ка. Ой, блин, промазал. А так бы красиво получилось бы, если бы я еще глазами попал бы по нему. Это было бы вообще просто шикардос бы был. На, сука. Все, вашему режиму конец. Понятно, пацаны? На. О, попал. Хорош, красавчик. Кларк молодец. Ай, молодец. Вот так вот, понял? Понял, нет. Ай, сука. Возьми машину. Машину возьми. Шел ты, скотина, слышь. Дай машину! О! Вообще машиной по еблету. Движком по морде. Нормально! Выхлопной трубой в сраку. На, сука! Ай, блядь. Ну хорошо, подтянешь себе здоровье, ладно. Так даже интереснее будет тебя убить. Вот это вот на тебе, забирай. Тихо, сюда иди. Слышь! На!
Может, мне не рады, но во мне явно нуждаются. Супермен, мы сломили их ряды, они отступают. Спасибо, Диана, у тебя всегда так легко все получается. Давай сперва победим, а потом расскажешь, как легко все было. Нам нужно... Я живу, чтобы убить тебя. Значит, ты живешь зря. Думсдей. Сам Думсдей, нифига себе, мы с ним еще ни разу тут не дрались. Это опасный довольно чувак, и лучше с ним не шутить шутки, потому что иначе будет пизда. Тихо. Лучше активировать свои силы, иначе... Иначе вот такое будет, смотри. Что он творит? Что он творит, ты глянь. Ты глянь, что он мудила творит. На-ка. На, сука. Вот так вот. Эй, аккуратно, Супермен! Вали его! Сноси! Хорош, пошел. Тут главное не просрать. Хорош, отлично, молодец. Торби! Да, блин! Да как? Я хотел-то сам это сделать, на! Да чё ты делаешь-то, сука? Подожди, тихо. Да давай, да... Ты чё, ударить его хоть раз ты можешь, нет? Да педрила, ты бей его! Я уже не знаю, куда нажимать. О! Аккуратно. На! Да стрельни глазами-то в него, ну. Я тебе отвечаю, он реально какой-то дрищ, этот Супермен. Он ни на что не годен, совершенно ни на что не способен. Что мне с тобой делать? Как мне с тобой можно, блядь, сражаться, если ты ничего не можешь? Если ты элементарно его ударить, сука, не можешь. Вот как? Вот как? Да, да, да. Слишком много ты базаришь, а нихера делать не можешь. Можно его как-то, не знаю, убить его, ушатать его, не знаю, просто ударить так, чтобы он сразу понял, с кем имеет дело. Отвали ты, я забрал. Вот на что-то хоть ты годен, ладно, признаю, хоть немножко. Да как этот удар, сука, этот удар в воздухе так и применяется? Зачем его сейчас использовать? Его сейчас использовать не нужно, нецелесообразно. Не имеет никакого смысла. Перекачанная ты морда. Сюда давай. Жопа, а. Чё делается? Так, тихо. Ща опять. Догоняем. Осторожно. На, падла. Оперка там тебе вмажу. А-а-а! Да попизди. А, о. Фух, я аж вспотел, капец. О, нормально. Красиво было сейчас, очень красиво даже было сейчас. Я так скажу, это было круто. Давай, давай, мочи его, мочи эту скотину. Броню ему снимай. Отлично. На. Мудозвон. Включай силу. Хорош. О. А, я тут просру. Ладно, давай. Добавил тебе здоровье. Ну, радуйся, что добавил. На. 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 На, буду глазами в тебя стрелять, пидор. На.
Отвали! Отвали! Эй! Ну пошел отсюда! Да пошел отсюда, говорю! Пошел вон! Пошел вон! О! Фу, вот это жесть! Сложный был бой. Судный день подождет. Давай мне моего двойника, короче. Все, он задолбал меня. Я знал, что рано или поздно они притащат тебя. Тебе тут нечего делать. Мои обязанности не ограничены одним измерением. В этом мире я спаситель, и я его защищаю. Ты так все это называешь? Защитой? Непослушных детей наказывают. Детей? Мы не боги. Мы не решаем, кому жить и кому умереть. Это решаю я. Так стало, когда Джокер превратил меня в оружие массового уничтожения. Я знаю, что ты потерял. Тогда как ты смеешь меня судить? Когда ты умрешь, я перенесу сюда Лоис. Когда она увидит мой идеальный мир, она отшатнется в ужасе. Она будет жива. Смерть Лоис не оправдывает. Он украл ее у меня, а ты украл свободу у этого мира. Пора ее вернуть. Пора тебе выхватить. Я так скажу. Ну ладно, хорошо, твоя звезда была, а теперь пизда. Так, тихо. Давайте мне еще одну звезду, что-то я просираю. Вот это смотри. Че творит? Он меня тупо в грязь вкатывает. Этот Супермен намного сильнее, чем я. Я нихера ему не делаю, смотри, абсолютно ничего. Пошел ты. О, хорош, догоняем немножко, догоняем. Отлично, отлично, отлично. На, это было плохо сейчас. Это было очень-очень неосмотрительно, необдуманно с моей стороны. С нашей стороны, на. Ай, блядь, вот это надо было так прогибать, это удар такой хороший был, мог бы быть. Ух, тихо. Ау! Я почти догнал его шкалу. Да на, на, на! На, мудак! Воу! Сука, поймал меня! Да короче, все, походу этот бой нам тоже не выиграть с первого раза. Потому что наш Супермен какой-то реально слишком уж слабый. Почему ты такой слабак, Супермен? Давай, вали его! Как мужик! Хорош. Пошел ты! Знаешь куда? Пошел ты вон! Пошел ты вон, мудила! Вон, говорю, свали! Все бесят меня! На! На! Ай, блядь! Ай, блядь! Давай, давай, давай! Да ну все! Я тебе отвечаю, это какой-то фейл! С этим, блядь, Суперменом. Не умею за него играть. Или, может быть, просто к концу игры. Игра слишком тяжелая стала. Уровень повысился. Хер его знает, но я что-то... Я не могу его нормально. Да, блядь! Звезда. Все, давай. А, я забыл, что это не я был. Я думал, я с той стороны. Что-то мне перемкнуло. Вот подлюка какой, блядь, эта тварь. Ну, сука, я ненавижу тебя. Я вообще не особо люблю за него играть. А тут так вообще как-то... Не вяжется у меня с ним еще. На! Да дай мне взять эту херню! Скотина! Да что мне с тобой делать? На, сука! Да, блядь! Короче, нас тупо как сынов. Лови его! О! Давай там пару раз ему в космосе по эблету и пошел. А все равно, тут, ну, это же ничего не изменит, смотри, это же ничего не меняет, потому что мы его не можем нормально снести, сука. Не можем догнать, на. Как-то, может, не знаю, замораживай его своим дыханием, блядь, перегаром своим дыши на него, не знаю, что хочешь, делай, просто убей его. Во. Так, а толку? Там уже моя шкала сейчас просрется, все. Я тебе отвечаю, там уже все, хана мне. Да какого? Не помогает. Ну и что делать? Как тут его выиграть? Ну, да не, все равно я думаю, что я просру. Так. Вали! Да, конечно, этого и стоило ожидать. Тут больше, блядь, просто... Нельзя было никак.
Замочи его, ну. Давай удары активируй. На. О, все нормально. Держимся, держимся. О, отлично. Надо, главное, комбухи ему лупить. Комбухами ему прописывать, тогда все будет хорошо. Комбо наносит довольно больше урона, чем обычные удары. А комбо, главное знать, какие клавиши, какие комбинации нажать. Иначе, если неправильно нажимать, можно обосраться. Во. Во. Тихо, 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 тихо. Пиляй, пиляй, пиляй. Ай, сука. Да чё ты танцуешь? Кларк, хорош танцевать. Ты же, блядь, не в цирке работаешь. Вот, вот. Тихо, 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 давай. Отлично. Давай. Да хорош. Завязывай с танцами. Нормалёк. Держимся, живем. Во, во. Аккуратно, тут аккуратно надо быть. На-ка. Еще раз на-ка. Я тебя буду зрением своим херачить. Питер, у меня зрение единичка, понял? Единичка. Вот такой я зоркий. Короче, пошли его, раскатаем уже. И нормально все. О, красавчик. Че так сразу не мог? Твоему правлению конец. Ты больше не будешь держать народ в страхе. Страх — единственное, что они понимают. Ты еще в этом убедишься. Тебе придется убить меня. Нет, довольно убийств. Сообщники Супермена арестованы или сдались. Теперь предстоит восстановить гражданский порядок. Временное правительство дел по горло. Мы готовы помочь, если нужно. Спасибо, но нет. Пусть люди знают, что власть принадлежит им, а не нам. Значит, ты не передумал? Я ценю предложение президента, но мне не место в правительстве. Как и всем нам. Считаешь, что Бэтмена остались здесь дела? Преступность и порок вернутся. Олли назвал бы меня пессимистом, но я лишь реалист. А ваш Супермен? Его будут судить вместе с остальными. А ведь он был прав. Насчет чего? Окажись я на его месте, я мог бы повести себя точно так же. Мы никогда не знаем, на что действительно способны. Ради твоего мира я надеюсь, что они не узнаем. Но имею в виду, да, если что случится, если ты сорвешься, я приду за тобой. Становись в очередь.
Ну вот, собственно, как-то так. Это вот и весь сюжет Injustice, первая часть, из чего все началось. И следующее уже будет событие происходить в Injustice 2. Мы посмотрим, что уже там. В следующей серии начнем уже наконец-то снимать этот сюжет. Надеюсь, вам понравилось. У нас вот было все очень таки довольно прикольно. Много было боев, много было противостояний. Земля 1, Земля 2, много было двойников. Вот, разных наших персонажей. И я, честно говоря, даже не имею представления, что будет во второй части. Я еще тот сюжет не играл. Мы поиграем в него впервые. То есть, либо там будет происходить действие на этой второй земле, откуда уже наши все герои ушли, как бы остался тамошний Бэтмен хороший. Там еще у них, я так понял, Флэш исправляется, только его пока арестовали. Вот, нашего Джокера повели на первую землю, естественно, к себе на родину. Харли потащила, типа, к порталу. Это Харли останется, походу, здесь. Ну и не знаю, что там они напридумывали, но, видимо, каким-то образом Супермен, скорее всего, сбежит из своей темницы, и там начнется все то ли по новой, то ли, возможно, они объединятся с Бэтменом против общей угрозы. Скорее всего, так и будет, потому что там я знаю, что будет атаковать землю Брейниак, и он будет главным боссом этого сюжета. Еще добавят туда Супергерл, так что тоже интересно, как она примет во всем этом участие. Вот, давайте не будем долго это все обсуждать, увидим уже, как оно будет в следующей серии. Пока что оставайтесь с нами, надеюсь, вам все понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки, с вами был Морган. Всем удачи, всем до новых встреч, до новых сражений, битв, противостояний. Всем пока-пока.